Готовятся в Вашингтоне к новым переговорам президентов США и России. Формально о встрече пока не договорились, но интенсивное неформальное обсуждение даты и места встречи свидетельствует, что она вполне может состояться. Пока обсуждаются два варианта. Самый поздний – Финляндии и не раньше Нового года. Финские политики уже даже готовятся. Но самый ранний – через месяц, 11 ноября в Париже. Этот вариант предложили российские дипломаты. Встреча Трампа и Путина, возможно, во время мероприятий по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны, где оба лидера должны присутствовать. Впрочем, американцы пока не подтвердили, что согласны с таким вариантом для переговоров.